Разные по цвету, масти и размеру. Коты теперь оживляют городскую стену в центре города. Ученики и преподаватели художественной школы трудились над объектом 2 недели. Погода работать давала не всегда. Дожди смывали нанесенную краску, но ребята не унывали. Незамеченными их старания не остались. Не нравится. Как думаете, для чего вот горожанам это как настроение поднимает? Ну, конечно, поднимает. Яркие краски. Да. Тем более сейчас осень. Только хорошие эмоции. Ну, это, конечно, большой плюс. И лучше бы чаще везде вот такие бы картины были, чем непонятно что. Я просто представила себе жильцов, которые из того дома смотрят на серую стену. Или вот на эти замечательные рисунки. Я считаю, что это замечательная идея была. Прекрасно просто сделано. Идея нарисовать именно такую композицию родилась у преподавателя художественной школы уже давно. Сначала Светлана Тепленичева расписала необычными котами стену своей дачи. Эскизы работы показала коллегам, отправила на конкурс «Арт-территория» и выиграла его. Забавные животные приглянулись всем. И в начале сентября началась работа. Ее выполняли ученики художественной школы, всего 56 человек. Для многих это был первый подобный опыт. Технология совершенно отличается от той, что привыкли использовать ребята в классе. Материалы тоже непривычные – фасадная краска и баллончики для граффити. Поэтому я помогала. Схватывают сразу. Но они, видите, народ бесстрашный. Просто я даже сама вот удивлялась на них. Они начинают красить даже ничего. Послушайте вы меня, как это нужно сделать. Нет, кисточку макают чуть ли не до руки, и пошло по стене. Ребят делили на группы. Каждый рисовал определенную часть композиции. Работу усложняла близость проезжей части. Но трудности художников не смущали, рассказал Александр Бурмистров. Он рисует 5 лет. Городские объекты расписывает уже 2-й раз. В этот раз его кисти принадлежат вороны и 2 кота – черный и рыжий. Мне этот проект граффити очень понравился. Это уникальная возможность попробовать себя в изображении чего-то нового. И также хорошая возможность подарить городу что-то свое. Александра Зиле также отдала рисованию 5 лет, но признается, начинать такую необычную работу было немного страшно. Помог большой дружный коллектив, поэтому совсем скоро закипела работа. Каждый ученик художественной школы хочет оставить свой след в своем родном городе. Пусть даже если и уедет он потом из этого города, но все равно что-то останется на память. И я считаю, что у нас сероватый город, и вот такие вот места, как стенки, там какие-то еще расписанные работы, они очень украшают его, может, дарят позитив людям. Сегодня юных художников и их наставников мэр города наградил почетными грамотами и ценными призами. А яркая стена с летающими котами будет радовать череповчан еще долгие годы. Мария Беленко, Сергей Павлов. Новости.